В Иванове стартовал турнир по хоккею с шайбой. Спорт настоящих мужчин в нашем городе пока не так распространен, как баскетбол или футбол, но тоже быстро набирает популярность. Зимний вид спорта – это очень важно, потому что много у нас молодежи играет в хоккей. И сегодня вот такие турниры, они как раз популяризируют хоккей, а и муниципальная, региональная власть, конечно, поддержит такие турниры, поддержит нашу молодежь, чтобы были у нас здоровые, сильные ребята. Этот турнир уже третий по счету и сильно отличается от предыдущих. В нем примут участие по 4 команды из Ивановской и Владимирской областей. Своеобразное хоккейное противостояние регионов. По уровню развития любительского спорта, наверное, Ивановская, Владимирская область наиболее близка к Ивановской области. Может быть, где-то рядом еще Кострома. Поэтому нам интересно играть с тем, с кем им интересно, и нам интересно играть. В первом матче турнира на льду встретились Ивановский хоккейный клуб «Вичуга» и Владимирский «Раска». С первых минут ивановцы дали понять гостям, что на своем льду намерены победить. Однако долгое время счет оставался нулевым. Соперник сильный. Поскольку у нас сезон только начинается, мы еще не катались. Ну и сейчас во втором периоде, в третьем прибавим. Здесь нужны нападения, быстрые смены. Ну и, конечно, защите тоже думать, пока у нас вратарь выручает. Ну, у нас команда достаточно возрастная, но мы не справимся. Так и вышло. Команда «Вичуга» обыграла своего владимирского соперника со счетом 6-2. А значит, впереди у нее новые игры и новые ледовые сражения в борьбе за кубок. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.